Итак, ребят, всем привет. Сейчас нахожусь в городе Липецке, вот в одном таком историческом районе, стареньком, небольшом. И попалась мне на вид такая конструкция, как вышка, точнее, ну, вышка с антеннами, с непонятными происхождениями антеннами. То есть, что эти антенны передают? Мне вот хочется подумать вместе с вами тоже, поразмышлять, что же делается в наших городах, ведь это повсеместно и везде. Какой уровень сигнала они принимают и зачем вообще они это делают? Вот сейчас я быстренько покажу, посмотрим. Ну вот, например, домик сзади меня, а в самом верху вот она, антенна. Сейчас чуть-чуть поближе подойдем, вы посмотрите. Вот видите? Непонятная антенна. Для чего она? Какие функции? Возможно, для сотовой связи, возможно, для интернета. Для чего-то еще. Трудно мне сказать, если честно. Но выглядит все это именно вот так вот. Здесь, на этой машине, изображены именно, как я смотрю... Ой, ветерочек, сейчас отойду. Как я смотрю, точнее, не изображены, а установлены антенны одинакового типа. Три штуки. Три разных стороны светят полностью. Светит или облучает. Ну и справа черная коробочка, может быть, это управление какое-то. Ну, кто-то, если знает, давайте делиться мыслями, потому что по этому поводу очень много видео, очень много размышлений. Для чего эти антенны? Кто их придумал? Есть вообще огромное количество вышек рядом с нашими домами, в наших микрорайончиках, где все это происходит и устанавливают. Мы даже не замечаем этого. Но я, мое мнение, что это похоже на микроволновку. Знаете, вот микроволновая печь, она имеет облучение. Она, если проверить ее электромагнитное поле там приборами специальными, то она имеет очень большое электрическое поле, но и не очень большое магнитное. То есть каждая микроволновка, ребята, имейте в виду, очень опасна. Холодильник также, то есть где-то в полутора метрах от рабочего холодильника, когда работает компрессор, тоже очень опасно находиться, потому что волны очень сильные, очень большие, зашкаливает прибор. Я скину ссылку в конце этого видео, вы посмотрите, что значит электромагнитное поле, допустим, или, точнее, электрическое поле или магнитное, как все это выглядит. Посмотрите, пожалуйста, изучите. А особенно обращайте внимание на эти вышки. То есть жильцов, которые живут прямо рядом с этими домами, непосредственно, где расположены вот эти вышки, как я считаю, их просто очень сильно облучает. То есть, сами того люди не подозревая, находятся в постоянном контакте, когда их просто прожигают почти что насквозь. Это даже сильнее, чем любая микроволновка или, скажем, холодильник. Может быть, кто-то, кто подальше находится, чуть-чуть это менее опасно, но близлежащие дома прожигаются полностью. Возможно, это все ведет к таким болезням, как рак, может быть, головные боли, какое-то повышенное давление. Проверить тяжело и проверить трудно, но я так подразумеваю, что так все это работает. Секунду, я просто отвлекся на камеру. Так что прошу иметь в виду, можно даже составить список мест, допустим, где находятся эти вышки по городу. И вообще надо в интернете поизучать, посмотреть. Наверняка они имеют, каждая антенна имеет свой диапазон и свое предназначение. Просто нам нужно понять, для чего какая антенна создана, так скажем. Есть антенна, понятно, для связи, есть для Wi-Fi, но я считаю, что это тоже облучает нас и наши квартиры. Ну и наверняка есть непонятные антенны, которые просто или какие-то волны посылают в голову, или немножечко разрушают наш организм. И поэтому люди сейчас очень могут долго лет. Ветер начинается сильный, ребят. Вам для раздумий я информацию дал. Если где-то буду еще их замечать,
вот эти все антенны, конструкции, то буду вам обязательно скидывать. Пока что мы говорим всем удачи. Пока, смотрим видосики. Поехали. Бум.